Привет всем! Вы на канале Позитивный Огород. Сегодня вам покажу обзор огорода после заморозков. Хорошо, что цветочки уцелели. Здесь и цинии посажены, и клеома. Здесь у нас гелиотроп. Что-то, конечно, накрывали, прикрывали, что-то вот так и растет, пока не поливали. Потому что ночью похолодания просто страшные были. В теплице хорошо, что все цело. И огурчики целые. Теплица как бы нормально все перенесло. И вот в таком состоянии ночами у нас были теплые грядки накрыты. То есть все укрывным укрыто. А что не было укрыто, смотрите. Подмерзли кабачки. Хотя вечером накануне было тепло, 10 градусов. Но вот в раз как-то все похолодало, причем он где-то заморозок был, где-то его не было у кого-то, все цело, а где-то вот повымерзало. Здесь вот и шафраны подмерзли, и картошка, смотрите. Картошка вся, вот, макушки все подмерзли. Конечно, она отрастет, но все равно это такой стресс для растений. Горох целый, лук целый, в общем, капуста, морковка, все, что не боится заморозков, оно все целое. Теплые грядки, конечно, это там тоже у нас все цело. Помидоры тоже вот так вот были накрыты. Она не боится. И вот бархатцы, видите, тоже подмерзли. Ну хотя бы тут, я думаю, тоже отрастет, потому как вот с пазух пойдут новые побеги и должны отрасти. Причем вот видите, этот замерз, а вот он рядом стоит целый, опять подмерз. И шафраны большие, они не боятся заморозков, хотя он там тоже подмерзли. Клубника, она тоже не боится заморозков. Но в связи с этим похолоданием у нас целую неделю было очень прохладно. Она совсем вот остановилась в росте. Некоторая цветет. Уже вот зацвела. Это даже розовым цветком зацвела. Видите, какая-то немножечко пересортится у лиришки. Кто-то усатый, кто-то без усы, кто-то розовыми цветами цветет. В общем, такие дела. И тоже все накрыть, это просто нереально. Картошку уже не будешь накрывать. В общем, все кое-где так поподмерзало. Где-то некоторые, наверное, сорты картошки, он устойчив к заморозкам, вот он целый. А какая-то прям сразу раз и подмерзла. Соседи тоже и кабачки подмерзли, и все. Там придется с краю кабачки пересеивать. Повымерзали. В общем, такие дела. У нас в Сибири с погодой просто не угадаешь. В мае стояла жара несусветная. Все, нельзя было ничего высадить. Все просто сгорало. А сейчас вот в июне пришли заморозки. В общем, такие дела. Если центральная часть, вот видите, здесь центр весь целый. Здесь должно все отрасти. И там тоже центр целый. А вот где? Вот так вот. Здесь уже, скорее всего, ничего хорошего с него не будет. Надо будет просто подсаживать. Семена порощенные у меня есть, поэтому подсажу. Ну, а под укрытием все
Слава богу, цело. Все хорошо. И вот здесь, видите, бархатцы все целые. У края, у теплицы. У чеснока все целые. А там на равнине подмерзло. Вот здесь еще не полно у меня ничего. Здесь вот растет люпин. Немножко ибериса все-таки взошло. Кто тут еще есть? Кариопсис вот растет. Кустики. Там тоже у меня кариопсис растет. Вот здесь вот. Вот это вот получается желтый. Вот этот красный. Там у нас растет лихнес. В общем, вот где место нашлось, там посадили. Это многолетники. Их можно будет потом куда-то пересадить осенью. Ну, такие вот дела. Пчелки тоже у нас всю неделю сидят в ульях. Никуда они особо так не летают, только за водой. Вот. Сегодня хоть потеплее. Должно сегодня быть 19, наверное, градусов. Или 20. Или завтра уже 22. А так всю неделю вот 10 дня днем тепла. Просто холодина. Такая у нас Сибирь. Не угадаешь с погодой. Ну вот пчелки полетели, смотрите как. Они, может, тоже надоело сидеть в ульях сутками, просто сидеть. Летать хотят, работать. Еду себе приносить. А погода это не дает ничего делать. Вот как все, смотрите, как все. Вот это рой наш. Вот как прям он бежит на работу. Скорее, говорит. Уловить момент. Уже даже с пергой летят. Молодцы. Наконец-то хоть бы потеплело. Надоела такая погода. И может быть все хоть отрастет. Ну, в общем, не расстраиваемся. Все поправимо. Поэтому всем тем, кому видео было полезным, подписывайтесь на наш канал, заходите почаще в гости. И пока-пока. До новых встреч.